Всем приветик! Сегодня вам хочу показать вот такую прелесть. Это цветущий вереск. Цветет он очень долго, начиная с весны по октябрь. Выглядит очень декоративно, даже когда не цветет, потому что у него сами хвоинки, они, скажем так, как вечно зеленое растение. Очень красивый кустик. Я когда-то себе покупала вереск только саженцем, огромным кустом. Я его высаживала на участок. Капризное растение, хочу сказать. Почему? Потому что ему нужно кислую почву. Кислая почва – это pH от 3 до 5. Надо соблюдать полив. Он любит влажность. Как проверить, хватает ли растению влажности? То есть мы смотрим на вот эти вот части. Если оно тут все зеленое, значит растение здоровое, с влажностью все хорошо. Если тут начинается желтая хвоя идти, сухая, растение было засушено. Если его засушить, то есть оно может не восстановиться. И что я сделаю с этим растением? Я его оставлю на балконе, высаживать я его не буду. Почему? Потому что, как я сказала, растения капризные. Нужно следить за кислотностью почвы, нужно следить за поливом. Вот. Поэтому пока что будет у меня на закрытом моем балконе. Если же вы все-таки надумали высадить свой вереск на участок, нужно делать очень большую яму, заправлять эту яму торфом и хвойным опадом. Растение морозоустойчиво, то есть оно выдерживает температуру эту минус 25. Все будет хорошо. Разве что нужно будет весной его немножко притянуть, чтобы его нежная хвоя не получила ожоги от весеннего палящего солнца. И, конечно, следить за поливом. И, как я уже сказала, подготовить яму. Торф плюс хвойный опад. Хвойный опад можно насобирать в лесу. Значит, это растение прекрасный медонос в вашем саду. То есть оно будет привлекать пчел. Практически ничем не болеет. Никакими вредителями, никакими насекомыми. Но может поражаться фитофторозом. То есть нужно садить растение подальше от гряда, где находятся помидоры, баклажаны, которые страдают фитофторозом. Цветочки у вереска могут быть разнообразных цветов, то есть могут быть красными, белыми, розовыми, сиреневыми. Окрасов множество. Сама хвоя также может быть разной, то есть от зеленой до более желтой, даже голубая, такая вот сизая хвоя. Так что сортов много. Растет хорошо, если ему предложить хорошие условия, сделать хорошую кислотность почвы. Вот он разрастается очень красивым пышным ковром, хорошо зимует. Размножается вереск лучше всего это отводками. То есть берем веточку, пришпиливаем ее к земле и увлажняем. То есть почва тут должна быть постоянно влажная. И с этой веточки появятся корешки, которые можно потом, скажем так, отрезать. И у вас получится отдельное растение. То есть размножение отводками – это самый лучший способ размножения. Ни черенками, ни семенами. То есть это очень кропотливый, трудный, трудоемкий процесс. Вот отводками самое оно. Очень красивое растение, мне нравится. Мне они так нравятся. Если бы они не были такими капризными, конечно. Я говорила вам уже, садила. Я брала саженец, садила на участке. Но я добавила мало. Значит, торфа и хвойного опада. Поэтому он у меня не прижился. Почему? Потому что вереск, он не может ни на песочных грунтах, ни на обычных грунтах
расти ни на суглинках, он расти не будет. Только торф, торфяные почвы плюс хвойный опад, который будет подкислять ему почву. Также можно замульчировать хвойным опадом, это обязательно. Вот. И удобрять удобрение для азалий. То есть самое оптимальное удобрение для него – это удобрение для азалий. Хочу его пересадить. Видите? Подберу для него горшочек, подберу почву. Может быть, схожу в лес, насобираю ему то, что ему нужно, то, что я говорила ранее. И посажу более больше горшочек. Торф имеет свойство очень быстро сохнуть. Почему? Потому что он очень пористый. Поэтому эти растения очень чувствительны к пересушиванию. И у них начинает подсыхать вот эта вот часть нижняя. Вот. Ему уже не хватает влаги. Хотя я только-только вчера его поливала. Может быть, я его уберу с солнечного места, хотя верески очень любят солнечные места. То есть вы должны это учитывать при посадке. Солнечное открытое место. Можно даже его использовать в ракариях, в каменных садиках. Это будет смотреться очень красиво. У меня на балконе очень жарко, поэтому ему, может быть, тут и жарковато. Попробую переставить его в другое место. Вот такой вот был вереск, вот такой вот был красавчик. Всем пока!